Всем привет, с вами Дарк, и сегодня я буду... что? Итак, ребята, да, вы, наверное, уже поняли по названию, что у нас сегодня будет. Сегодня у нас будет 100 железных человеков против каких-нибудь мутантов. И да, кстати, да, сразу говорю, это не 100 железных человеков, потому что если было бы их тут 100, мой бы комп крашнулся. Поэтому, ребята, надеюсь, вы меня понимаете, но название все равно напишу 100, потому что это кликбейтней. Ну, в общем, ребята, сейчас я должен их всех закрыть. Закрываем первого, второго. И как только я сейчас их всех закрою, я к вам вернусь и начнем проводить эксперимент 100 железных человеков, ну типа 100 железных человеков против разных мутантов. И поэтому сейчас я буду их закрывать. Кстати, я их случайно одел. Итак, все, я всех закрыл. И теперь, ребята, я готов проводить эксперимент. Смотрите, они за мной идут, как какие-то дурачки. Они идут, этот, паровозиком, я ору с них. Ну, вообще, ребята, в принципе, я уже готов проводить, начинать эксперимент. И у меня сейчас в сундучке есть разные мобы этих мутантов. И сейчас мы по очереди всех этих мутантов будем спамнить и смотреть, сколько же продержатся наши женщины-человеки. Не умрут ли они на самом первом боссе? И да, кстати, я буду им помогать, я надену Марк 50. Но если прям совсем будет плохо, то я буду им немножко помогать. Поэтому я пишу геймод 0, одеваю вот так вот костюм Марк 50. Я круче вас всех, слышите меня, да? Ну, в общем, я беру первого мутанта, это у нас Крипер. Давайте немножко отойдем отсюда, вот так. Орда Железнечеловека за мной. Нифига себе, они телепортируются. Короче, давайте немножко отсюда, вот сюда вот отлетим. Сейчас они ко мне телепортируются. Ну, короче, вот, они все телепортируются, они там друг в друге заспавнились. Короче, все, я спавню первого босса-мутанта, и это у нас Крипер-мутант. Пау! Так, ну, короче, тут произошла ошибка, надо было поставить сложность нормальную. Так, давайте сделаем. И вторая попытка. Пау! Ай-яй-яй, тихо-тихо! А, что происходит? Смотрите, что происходит? Моя армия жил-человеков тупо уничтожает Крипера. А, все, минус Крипер! Тихо, отойдите от Крипера, он сейчас взорвется. Офигеть, ребята! Они даже слизь не убивают за 5 секунд. Смотрите, что они творят. Офигеть! Это просто монстр! Они за секунду уничтожают всех. Тихо-тихо-тихо, давайте ставим писфуль, чтобы они перестали стрелять в этих слизней. И перейдем сразу к следующему боссу. Они очень быстро спавнились с этим боссом. Я просто ору. И давайте сейчас заспавним вот этого вот босса. И спавни. Ну, короче, тупо за секунду уничтожили. Походу, это тоже язычный босс для них был. Переходим дальше. Это у нас крипер-миньоны. А. Ну, они какие-то ложки. Чисто. Так, ну, вот это вот сейчас, ребята, будет очень интересно, потому что я спавню сейчас зомби-мутанта. Офигеть, что происходит? Смотрите, смотрите, эпичная битва Майнкрафт. Они уже положили зомби-мутанта Крипер. Ну, сейчас он... Зомби-мутанта зомби. Но, правда, он сейчас опять встанет. Его опять положили. Боже, неужели мои женщины-человеки настолько сильны, что они на изи побеждают этого зомби-мутанта зомби? Что я сказал? Ну, короче, его изи. Мои железные люди побеждают. Бедные и зомби, конечно. И давай второй. И все! Тупо минус зомби. Капец, ребята, это, конечно, жестко. Давайте теперь возьмем зомби-мутанта Эндермена. Посмотрим, как они с ними справятся. И погнали. Пау. Ай, меня-то за что? Я тут наблюдатель обычный. О, что он творит? Что он творит? Давайте посмотрим за этим. Мне даже самому интересно. Стоп, типа все? Я даже не успел посмотреть, как его убили. Они уже... Я ору, нифига себе, сколько с них эндерперлов выпало. Короче, ладно, давайте теперь возьмем вот этих вот двух последних боссов, заспавним скелета. Погнали, смотрим. Они вообще на изи их выносят. Ну и последний это зомби, короче, снежный голем. Снежный мутант, голем, снеговик. И они тоже на изи вынесли. Ну а теперь, ребят, я предлагаю, знаете, что сделать? Давайте возьмем, допустим... Миллион мутантов, зомби и криперов. И сейчас мы их всех заспавним. Ну, давайте еще и скелетов. И также эндерменов. Сейчас будет большая жесть, ребята. Я сейчас заспавню просто миллиард. А, кстати, сейчас давайте поставим peaceful. Все, снова ставим normal. И теперь я сейчас спавню сразу 4 мутантов. Раз, два, три, четыре. Погнали.
О, что творится? Тихо, на меня не нападайте, я тут наблюдатель. Давайте посмотрим, что они творят. Они начинают воевать, и на этот раз они быстро не вытаскивают. Что происходит? Тут убили скелета. Интермен нападает на крипера. Алло, вы должны сообща работать. Убили, точнее, положили зомби этого мутанта. Крипер сдох, остался интермен и зомби. И на самом деле железных людей осталось не меньше. Такое чувство, то, что сейчас их, они, конечно, их дольше убивают, но все равно они их всех убили в любом случае. И остался один зомби, и он тоже погибает. Все равно было изи для них, но они убивали их подольше, чем когда я спамил по одному. Давайте сейчас попробуем заспамить просто миллиард этих зомби-мутантов. Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау. Пау-пау-пау-пау-пау. Все, валим-валим-валим. Ай, за что меня-то? Так, все, слепота прошла, и смотрим, что происходит. У нас снова происходит супер эпичная битва в Майнкрафте. Наши железные люди против всех мутантов. Они как дурачки воюют с друг другом. Я тут вижу некоторые. Ой, боже, куда меня? Так, ладно. Опа-опа, смотрите. Жен-человек против мутанта-зомби. Мутант-зомби застал врасплох этого жен-человека. На ваших глазах только что убили этого одного железного человека. Зомби-мутант справился, но его двое добили. И тут убили скелетов. И осталось пару эндерменов. Капец. Офигеть. Что происходит, ребята? Кстати, жизни человека осталось намного меньше. Неужели выиграют теперь эти мутанты? Капец. Тут три жизни человека против одного зомби-мутанта. Сейчас они, скорее всего, его вынесут. Он встает снова. И теперь его... Они благополучно убивают... А, тут еще появились. Ну, давайте убейте его уже. И с ним будет покончено. Давайте я вам даже помогу, а то он меня сам надоел уже. Все, минус он. И погнали теперь к этим... Другим? Они тут выжили некоторые. Ай, меня-то за что? Меня не надо, ребят. Так, смотрим, у них тут происходит опять какая-то война, и опять эндермена убили. А чё на этого зомби, кстати, никто не нападает? Тут один костюм открытый был, лол. Закрытый, точнее. Открытый, да. Сейчас я его закрыл. Ну давай, нападай, алё. Вот на этого. Ай. Ты со мной хочешь посражаться? На. На. Чё-то бедный зомби, мне его жал. О, яйцо крипера, кстати. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Такое короткое видео и такой небольшой эксперимент я решил провести. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам понравились такие типы видео. И, ребята, кстати, пишите в комментариях идеи для видео, потому что у меня сейчас дефицит идей, и я не знаю, что записывать. Надеюсь, вы меня поняли и надеюсь на вашу поддержку. Всем удачи и всем пока!